Первый день нового учебного года в 6-й школе поселка Совхозного состоялось долгожданное событие. Там прошло открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это 4-й центр в нашем районе. В прошлом году точки роста заработали в школах 20 поселка Забойского, 25 станицы Анастасиевской, 29 станицы Петровской. Современное учебное оборудование для точки роста приобретено в рамках реализации национального проекта образования и краевого проекта «Современная школа». Благодаря нацпроекту школьники получили уникальную образовательную базу в кабинетах технологии, ОБЖ, информатики, соответствующую всем современным стандартам. Для занятий было приобретено специальное оборудование для изучения механики, информатики, основ технического программирования, робототехники. Еще несколько лет назад лишь учащиеся самых продвинутых городских школ могли похвастать тем, что получают образование именно так. А сегодня технологии будущего идут в сельские школы. Точка роста станет для ребят надежным стартом к получению качественных знаний, которые востребованы в современной жизни.